уважаемая Светлана Владимировна, уважаемые устроители, организаторы замечательного фестиваля «Лучезарный ангел». Я хотел бы сердечно вас поздравить с очередным важным событием в истории фестиваля. Мы говорим о добром кино. Добро – это такое состояние души, это такое расположение человеческого сознания, которое обеспечивает возможность самого человеческого существования. Если не будет добра, то наступит конец. Если не будет добра, то невозможно никакое развитие, потому что изменения в человеческой жизни, направленные ко злу, не имеют никакой жизненной перспективы. Это путь смерти. Путь добра – это путь жизни. Но не всегда путь жизни является самым легким. В Евангелии дается очень хороший символ того, как сложен этот путь добра. Он называется узким путем. По узкому пути нужно идти всегда с напряжением, с усилиями. По узкому пути невозможно идти массово, потому что массы передвигаются по широкому пути. Но в толпе человек лишается свободы, и его движение определяется другими. И вот это массовое и часто бездумное, инстинктивное движение приводит людей к самым тяжелым последствиям своей личной, общественной жизни. И в истории мы знаем множество примеров этой, тому, как опасно, бездумно, повинуясь силой толпы, идти не знаю куда. А узкий путь, путь, ведущий в Царствие Божие, он, конечно, связан с усилиями. На этом пути сразу не может поместиться огромное количество людей. Но те, кто идет по пути добра, обретают великую силу, творческую силу, лидерскую силу. И задача заключается в том, чтобы этот узкий путь затем становился путем широким, но где человек пойдет не бездумно, увлекаемый своими страстями или плохими примерами, или каким-то неправильным пониманием моды или складывающихся предрассудков, а по которому человек пойдет сознательно и свободно. Вот именно с движением по такому пути мы и связываем процветание личное, семейное, общественное и государственное. И, несомненно, лучезарный ангел, который демонстрирует доброе кино, который популяризирует доброе кино, является важной вехой на пути формирования этого узкого, но призванного стать широким, движение к добру. Пусть так и будет. Еще раз сердечно всех вас поздравляю и благодарю за труды, которые многие из вас предприняли к тому, чтобы состоялся очередной фестиваль доброго кино «Лучезарный ангел».